четверг в Самарской области будет ясная и местами облачная погода без осадков. Температура воздуха останется на прежнем уровне. Днем минус 14, минус 16. Ночью похолодает до 18-20 градусов мороза. В Сызрани ясное небо, днем минус 14, ночью до минус 19 градусов. Ветер южный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, днем минус 13 градусов, ночью 18 ниже 0. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков. Температура воздуха днем минус 15, ночью понизится до 20 мороза. Ветер юго-восточного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Внимание, ожидается слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.